Международный день волонтеров проводится 5 декабря каждого года в целях признания и распространения информации о неустанной работе добровольцев по всему миру. В преддверии этого праздника прошла торжественная церемония чествования лучших волонтеров и в городском округе Зарайск. Со словами поздравления к присутствующим обратились депутат Государственной Думы, почетный гражданин города Зарайска Никита Чаплин, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и председатель Совета депутатов городского округа Зарайск Елена Белкина. Лучшие волонтеры были отмечены благодарностью Государственной Думы Российской Федерации. На территории нашего округа насчитывается 6 волонтерских организаций. Среди них Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России», Молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Зарайск, добровольческие объединения «Школа добрых дел», «Наше будущее» и «Добрые руки». Волонтеры из Зарайска ежедневно помогают пожилым, многодетным, маломобильным гражданам, тем, кто находится на карантине. Пандемия коронавируса сплотила сотни неравнодушных людей. Большинство обращений от жителей округа были связаны с уборкой, доставкой продуктов, лекарств, а также психологической поддержкой. В этот непростой для всех нас период волонтеры Зарайска протянули руку помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.